Друзья, всем привет и приятного аппетита! Сегодня играем на Некрофосе. Выжигаем все, что подходит к нам слишком близко. Приятного просмотра. Не сбежать. О, а следующий на клинзе, наверное, хочу. Посмотрим. Так, оффлейн, пуш 4. Инча через Blades of Attack реально, походу, медовая. Больно, да? Ну да. Мне тоже. But they always think twice. А чё как стоять-то? Я не знаю. Забавно то, что против него даже второй скилл брать не поможет, потому что он спуржит его через энчант. Ну только если как-то от КД энчанта отыгрывать, да? Меня просто порвало, ребята. Там КД 4 секунды, да, теперь? А чё, как стоять? Я не понимаю. А что мне делать-то? За счёт чего я должен вообще лейнить тут? Я не могу до него добраться. У него без тапка, мув спид 320, у меня столько с тапком будет. То есть я куплю тапок, и я просто буду бегать так же быстро, как он. Все. То есть я не буду там быстрее него или что-то еще. Буду бегать так же быстро. Это же вообще бред, не? Мне надо стакать лес по-жесткому. И как-то через стаки отыгрывать. Я бреду. Типа урон чистый, армор не поможет, да? Ну я второй возьму, чтобы не отъехать от такого дальнего импетуса больше. Сюда вперед. Рунка есть, давай возьмем, время есть. Да. Ну видишь, пошли условности уже. Против кого-то еще тоже, да, не сработает, а там-то сработает. Ну спасибо за 100, Габен, спасибо за поддержку. Но если где-то зашло, не значит, что зайдет где-то еще. Да что в этом-то и суть? Что это ставки, это игра. Плюсов на длинной дистанции гарантированных не бывает. Они могут быть, да, типа. Это нехилая такая доля везения. Я хоть не буду, не знаю, почему он стоит у меня. Хоть вот здесь вот этот, кстати, покупай. Продвигается.
Ту-ту-ту. Иду. Губа драйвов и реакция продвигается. Your middle tower is under attack. The head of the courier has been slain. Один пошарит в ее левое тело, покроется язвами. Поехали сюда. К этому попозже вернемся, не знаю, они чат такие штуки не забирают, по идее, она шестая. За фрагом сбегал, это приятно. Текаем отсюда. Куда подальше? Идет. Надеюсь, стакнется еще разок, ну-ка. Не, больше уже не может. Бэм-бэм. Кайф. Ну, допустим. Ну хорошо, приятненько подкачались, я считаю. Приятненько качнулись. Баджик в топе. Ничего, еще не видать, ушла куда-то лес качать. Аккуратненько втыкаемся, стакаем. Теперь уже по своего вес стакаем, подальше, пожалуй. Хотя не знаю, тут тоже вроде более-менее, да? Тики дасты. Я в итоге по фарму иду хорошо, лучше, чем даже предполагается. На сапогах. Блять, не нажатый вовремя курок. В ослепительных снах. Блин, по ДДХ вообще в ламину подходить, да? Ну это правда. Так, ладно, а здесь ни одного крипа мне не оставят. Нет, кстати, оставляет. Кушать решил, ну давай. В этой траве еще стаки, еще четыре пять. Он тоже стакает, а ему-то зачем? Но я не хочу. Я нашлю на тебя. Прямо. Качаем, качаем. Ой, классный слот. Армора не так много. Блин, вот это тоже классный слот, я даже не знаю. Вот это точно мне не надо. Это МК керри здесь, правильно?
Но МК мы уже не поймали, пойдет. МК мы уже поймать не успели. Что-то грибы везде. А тут... Давай кабанчика закачаем пока. Закачали, побежали. Нет! Катапульта реально добила этого юнита. Процент S. Ладно. Лекарства нет. Так, ну ли, пошли обратно. В боте толпой наваливают. Мисс. Никто это не фармит, я тогда даю ТП. О, нормально. Я не знаю, почему вообще не размениваем, если я в боте МК играю давно уже. Но мы по такой логике должны давно-давно уже были пушить топ. Это надо стакнуть, пожалуй. Блин, а большого гриппа-то нету. Черт. Pretty woman. Слушайте, ну нормально. Мы уже это самое. Очень хорошо себя чувствуем, я считаю. У нас прям ранний-ранний, потому что радик получается. А вот потерять курицу это неприятно, конечно. Там вард стоит, получается. Как иначе он это мог делать, я не знаю. Ну, видимо, да. Ну, радик на 14, короче. А так было бы это самое. Даже побыстрее, пожалуй. Дальность применения, восстановление от хардстопера. Плюс 12 хп регена, если я убью кого-то в файте, правильно? Ну там сумончиков не особо. Давай дальность пока. Сики хочу, пожалуй. Урон там от поджам магии, от МК физика. Шива есть, очень хорошо смотрится. Окей. Я бреду. Диффуз на МК. Ну, на меня нападать не решился, короче. Pretty woman. Я бы даже шарт покупал, кстати. Чтобы инча не могла бить. Блин, ну ты триггер не манута, ё просто, убили бы уже инчу. Разумеется.
Пэм-пэм. Бегу к пацанам. И это вижен, походу, да? Иначе как этот хук можно объяснить? Косу нет смысла тратить, они все ну, и так мертвые. Косу всегда можно применить полезнее, учитывая, что там герои очень трудно убиваемые. Шарлик берем. Какой-то мощный ремиксич. Не знаю, кстати, может я травала хочу купить даже. Да, вижен был. Отходим, чтобы стакнуть. Мне это не нужно, мне уже статы. ХП, жир. Нет, ТП нужна, потому что я долго еще буду фармить, скорее всего. Че, аганим собирает? Там пуч контрит мою этого. О! Ну вот это нормальный момент, ребятки, да? Удачи пацанам, так сказать. Тимфайтингах. Хоп-хоп-хоп, хорошо. Я даже не знаю, нужно ли мне травала по-хорошему. Или просто в тимфайте усилиться по-жесткому. В это уже опасный мув явно. Сюда я бы подвышел, пожалуй. Там будет именно чистый урон, физический урон, да? Да. У меня мало армора, явно. Голос, что мне этот твар не ДП. Хорошо. Ой, это хорошо. Какая же хана этим пацанам, ребята. Сюда. И сюда. Ну вот, пожалуйста, ребята. Некрофос через горение. Добро пожаловать, это дэмэдж. А как ваша? Ничего. Чё, Кая, Саша? Селиния в империзм заклинаний. У меня его нет базового, правильно? Я бы тогда, наверное, Октарин покупал. Вот что я хочу. Октарин топ слот здесь, я считаю. Так, ну сейчас под Худжа не хотелось бы, наверное, попадать.
А вот сюда можно сбегать. Чего? Нишку? Нишка не моя. Эпидемия. Замедление от Гусшрауда? Давай. Никто вообще не двигался здесь правильно. Радиантик, Актаринчик. 1700 хп. Как же Актарин много хп дает, конечно, это вообще финиш. Это еще под хилом Феникса. Правда, где-то дерево еще играет, да? Трент. Трент Протектор. Сколько стоит? 700? Ладно, докоплю 700, потом все пронесу. Он же зашел. Как он вышел? А, он уже дальше оказался, жесть. Душит на тренке. Я подвышел бы даже. А, это четкий момент. Ну давай, нынче, иди сюда. Поговорим. Догонит, нет, он его? Не стал. Нормально, бодрый файт. Нина, правда, умерла. Ничего. Кто-то живет, кто-то умирает. Это нормально, это естественно. Это мы закупаем. Че, дальше я выше его брал, наверное. Что это? Ту-ту-ту-ту. Так, это у нас получилось. Правильно, дальше шивку. Чтобы она не регенилась на ниче, как бешеная. Потому что уже довольно сильно регенится. Талантик на 20-м, очевидно, тоже против регена возьмем. Ну и заживем с кайфом. Братан, ну ставь-то по фарме чуть-чуть. Руны нет. Да это дерево просто вездесущее, вы тоже так считаете? Мы бот запушить не смогли полноценно. Мне бы, наверное, еще какие-нибудь это хотелось здесь. Блинки иметь. А может, кстати, и ветра. Ветра тоже звучат хорошо. Очнули. На этого выходим. Ай. Ну вот, все ушли. Пойдем пушить. Пойдем. Блинк тоже хочется, да? Как же больно от этой штуки, конечно. Которая вышка. Найдем, не найдем. Вот она, вот она, вот она. Далеко! Ах, далеко!
Поехали сюда. Она извижно пропала. Если бы извижно не пропала, я бы косу засандалил. Но это спроинг у нее прям по КД работает, конечно, это факт. Армурчик все взяли. Шива сейчас будет. Какой-нибудь нулифар, я думаю, они соберут потом. Поэтому даже огонь не сильно хочется. Там. Все равно не посидишь. Полнофункционально. Опа. Не, тут не вылечат. Им не надо без меня драться, по ощущению. Да и Лина даже не пытается участвовать почему-то. Я хочу блинк, наверное, купить потом, действительно. Не, МКС ничего не бьет, значит, они не расшарят. Я не думаю, что там Рошин. Так, это у меня Катарин, это у меня Шива, Радианс. Да? Напак бы улучшить, не знаю, правда, во что. Не знаю, во что здесь тапок бахать. Лотус у меня и тиммейты должны собирать, ребята. Потому что Шиву это или кто-то обязан сделать, иначе какая-то фуфлыжня получается. Там нормально так регенятся парни. Я Трента, и Манки, и Энчантрес, что самое главное. Пойдем стакнемся с тобой, дружок. А, ну хотя я мог его и засандалить, в принципе. Ага, понял. Получилось вообще идеально, скажем так. А чё, нейтралок нет нормально? Походу нету. Побежал вперед танчить. Ага. Она меня пуржит. Да откуда вижен-то? Пуш тут стоит или чё? Чё, как это работает? Я не понимаю. Может гост купить? Ну там потом просто нулифайром будет контриться. Пока ты энчантом контрит. А потом будет нулифайром. Дважды меня убил. Парни, давайте просто все в инчу вкинем, я ее за косу убью и все. Мы спокойно можем это сделать, просто я один за ней бегу постоянно. Там ни одного подсейва нет, ничего. Они не пытаются ее фокусить, но мы по итогу не можем ничего с ней сделать. Из-за того, что пацаны игнорят. Инна, спасибо, 150, спасибо за мудочку большое, за поддержку. И Габен, ну слушай, я рад за тебя, что ты... Плюсе на огромной дистанции. Тут действительно. Уникальная ситуация. Молодец. Дисциплина, это круто. Но для меня все-таки больше развлечения, чем какая-то такая прям. Максимально. Безэмоциональная история. А тут еще много нюков, у нее нет БКБ, просто нажмите все кнопки, ванчо и все. Блокер, собери,
tower is under attack. Flame is arriving at its base upon their defenses. Америка. Ничего далеко. Так, это готово. Вот тут нича, просто влить в нее все, если увидите. Не получилось. Достаньте ее! Го? А, хорошо, молодцы. Крипов нету у нас. Крипов нету. Ветрапнутый хорошо против финчи работает в этом плане. Можем оставаться, у нас есть. Так, чем купить дальше, интересно? Больше жира и регена? Как вариант. Так. Тракторист, спасибо за 150, спасибо за мудочку. Ну давай покайфуем, послушаем. Блин, хочу. Хочу прямо садиться на лицо молодым. Ну, без тапка бы билд какой-то сделать. Ну вообще стики типа лишние еще, да? Какую-то нейтралку, знаете, на ему спит. Спасибо, классный трек. Ой, я возьму. Ну, давай. Почему она меня бьет? О, офигеть! Мейдж Слэйер меня законтрил. Меня законтрил Мейдж Слэйер, ребята. Я думал, мощно там мы жаримся с пацанами, а что-то не получилось. Так, этот не успеет ничего пофармить уже, давайте лучше здесь. Давай-ка тут качайся. Ну, Мейдж Слэйер — это жесткая тема. Давай, тяпнутые ветра. Next. И, в принципе, всего хватает. Для позиционочки самой бодрой. Пошел, сожрал мою иллюзию, понимаешь? Оп, нормально. А где Энчантрес-то? О, кстати, они 50 МС дают. Реально можно без ботинок играть, если с этой штукой. Вообще кайф, идеально. А вот эти дают всего 20 км.
Ну да, нормально. Виндволкер. Выглядит кайфово. Ага, нимчик бы еще, да, докупить туда-сюда. Так, это я не продаю, это я оставлю. Го-го, Киленч! Пойдем, Любоплюс. Сейчас под ботом уже, да? Блин, ну а еще тренд захиливает, кстати. Справедливости ради, да? Там вообще мощно так-то. Запакованы, ребята. Все забираем. Туда бежим. Да почти купили, хорошо. Топинамбур, вечер добрый. Спасибо за музыку большое. Вечер добрый. Так, ну-ка отсюда. Седьмая минута сейчас будет. Тур-тир. Хорошо могу встать, кстати. Пытался нажать, не успел. Фигово, фигово. Не знал, что у него БКБ появилось, так бы нажал. Черт, когда он успел купить эту штуку? Вообще непонятно. Композиция вообще что-то как-то никуда, топинамбур. Не формат. Абсолютно думаю. Блин, бластом мог нажать, да? Ну да, мог. Оперизм с заклинаниями. Мог бы тут чуть-чуть помочь. Но я не знаю, на самом деле тут зарешало то, что мы все нажали Венчу и не убили ее. В большей степени. Уменьшение КД, атрибуты, реген маны. Я не думаю, что мне это надо. Я бы взял тут на увороты. Было бы прикольно, да? Что-то такое можно было бы, наверное. Шлеер, диффуза. А эстетик кэп, кстати, прикольно. Пусть он носит пока что. Нам скади надо на лине. Кстати говоря. Он не хочет? Скади, сильвер. Чего рыб пассивку расстрелять? Ревенант Бруч, кстати, появился. Я от него только на ветрах теперь действительно выхожу. Только как понять, когда он его нажмет? Вот это хороший вопрос, кстати. У него же все равно эффект на тычке, правильно? Как понять, что он его нажал? Ну, типа, под мой гос шраут он сюда будет его тыкать, я думаю. Фликер, фликер, фликер. Эчт. Ничего сверх... О, вот это я хочу. Вот это я планировал взять себе. Отлично. Вау. Это выживал, нормально тут вижны раскидали. Там дракончик еще черный уже появился. Бешеными резистами. Но этого даже убивать не хочется. Нам нужна энчантрес. Ну, лина нам нужна по-хорошему. Па-пара. Спасибо за еще 150. Рапирка. Ну, у нас, может, все-таки еще есть шансы, нет? Блин. Я успевал на реакции нажать, но не успел. Ревенант Бручем меня убил. Надо было в инвиз уйти. Мог, наверное, выжить, да? Ветра классный момент. Без них бы вообще без шансов. Лиф нажимаем.
сатане купил. Блин, ну офигенная же катка для Сильвера, нет? Там просто у трех коров три пассивки. ДК, МК, Инча. Три типа с лютейшими пассивами. А вот это печальный момент. Или живет. Нормально, хорошо. Ладно, офигенно получилось. Там яичко-то это самое. Успело развалиться у молодого. Хорошо, бодро. Кац, здравствуй, спасибо за 150, спасибо за мудочку. Пожалуйста, за стрим. Хорошего вечера с нами. Ну, сними варлик-то, ёпрасто. Формила. Was made for you. Чё, порошек там? Далеко ещё, да? Да, они с Аидисом только что бегали. Он не снимает вард, я не понимаю почему. В чём прикол? В итоге на него инча выскочила. Пойдем, пойдем. Чем боится на СК инициировать что-то? Ой-ой-ой. Стаков нету. Поляна МК должна раскрываться сейчас где-то, нет? Вот она. Этого в ГОСТ закинул. Там бай на тронте был. Я говорю, вот видите, он боится на Сенкинге влететь. Я не знаю, он не просто не раскастовал эпицентр за все это время почему-то. Если инчу за косу не убьем, мы ее никак не убьем. Я не имею права никого ее тратить. Кроме инчи. Но никто не вливает в нее дэмэджа. Не знаю, буду стоять сейчас сзади до тех пор, пока инча на лоху по ним пробьется, так может. Будем поспешны. Классно требовал. Все, нормас. Мощно, мощно. Они все на меня накинулись. Поймали Сенкинга в лицо. Вот это красивый был тимфайт. Это было технично. Теперь можно идти пушить. Ну как же это все сбивает, блинки, вообще никак не могу до нее допрыгнуть нормально. Пушим, пушим, пушим. Ветра имба. Если бы не заветрился, отъехал бы. Только Сони убил. Ребята, эти стаки дают очень мало. Ну так, если вдуматься, это не что-то такое супер крутое. Стана не вышел, черт! Не думал, что меня так при всех убьют. Поэтому ветра сразу не нажал, а потом уже все. Меня срубили сколько? Ну если это дамаж, короче, под Dragon Tail заехал.
Кира. Так. Фанат, спасибо тебе за еще 150 и за ластовый трек. Слушай, ну, честно, имхо, выбирать надо самому и смотреть, что нравится больше всего. А так, пикай течеса в мид, а не парься. Как бы... В любом случае, какой бы то ни был герой, нужно поднимать на нем свое понимание. В противном случае по ТС расти не будет. Тут же нет такого, что ты спамишь что-то одно и апаешься. Да, это должно быть... осмысленным действием. Инча без бая, МК без бая. В целом у нас все нормально. Свифт блинк покупает себе. Я бай буду оставлять. Арсопер Аура или Деспульс КД? Вообще Деспульс КД интересно выглядит. Бить мало дают. Сейчас все резнутся, всех подождем и пойдем. Ой, что-то крутое по ощущениям. Мог встать, надо идти. Так, быстрее явно будет. Будет с шардом. Он еще может тоже ничего засейвить, да? Стоять. Ты умирать собираешься сегодня, нет? Но бабок. Найс. Сюда эту инчундрас. Тум-ту-ту-тум-тум-тум. Вау, какая мощная композиция, да? Стоять бояться. Хорошо. А где бэкбэки, ребята? А шо, а все, а закончились? Ну и все, прекрасно. Ну, прикольная катка получилась. Особенно эпичный был вообще старт, когда мы с Радиансом всех обнулировали. А потом наша игра превратилась в охоту за Enchantress. А ну иди сюда. Оп! Переиграл, плюс уничтожил. All in me. Победа! Бам-бам, квест. А, у меня квест был на косы. Вообще неудачно, конечно, там это Enchantress подвернулась. Уж я бы намолотил. Вы посмотрите, реально, она меня в миде аннигилировала, сделала ФБ. Я на 500 всего отстал. Я выкачал дофига, и тут я уже топ. Приколдесно. Давай, ладно. Все кидают, и я покидаю.
49 тысяч урона. Витал 76. Показатели, подробности. Хардстоппер основной источник урона. Радианс и диспульс, они все на равных примерно. Бодренько, бодренько. Поехали.